Так, еще раз. Всем доброе утро. В эфире Сергей Нерданов, преподаватель йоги и медитации. Вот. После всех вот этих переездов у меня было три локации за последнее время. Приехал вот позавчера вот с такими глазами, с таким горлом. И, ну, видимо, несмотря на то, что ретриты были, два ретрита, випассана с режимом молчания. Я-то говорю постоянно, и вот у меня вот эта вся часть воспалилась. Ну и что я вчера предпринял? Откопал у своего друга и учителя Андрея Сидерского комплекс. Там у него несколько комплексов, но я вот взял последний усиленный комплекс, который Андрей создавал для того, чтобы как антивирусная программа. Вот я решил на себе это испытать. Вчера позанимался, понял, что вроде как очухался, и решил выйти в эфир с таким же вот с этим комплексом. Я попробую его воспроизвести. Это как по мотивам. Это по мотивам. Не точное будет воспроизведение, там определенный ритм, алгоритм дыхания и онлайн некоторые, я думаю, что что-то будет сложно сделать. Вот потом, поэтому делаем ровно, вот ровно то и так, как умеем и можем, с тем сопровождением вдохов и выдохов, которые я попробую сделать. И это будет 4 таких блока. 4 блока. Ну, надеюсь, осилим. Там они все простые, но не все. Там по усложнению пойдет. То есть сначала такой простой первый, второй чуть посложнее, третий чуть-чуть посложнее. И поехали. Четвертый. Запускаемся в космос. Ну, пробуем. Это эксперимент для меня, чтобы одно дело для себя это делать, с собой экспериментировать. Вот. Что хотелось добавить? Ну, в общем и целом, сейчас осень, прохлада, сквозняки, кашель, ну, эпидемия какая-то, наверное, в городе может опять быть. И в Уфе я зашел в аптеку, говорю, вот у меня, мне надо долететь как-то на что-то, может, предложите. Они говорят, да вы что, сейчас такое, там все болеют, как начало. Я думаю, упс, все, оказывается, болеют. Ну, не знаю, надеюсь, что не все. Хорошо, ну, в аптеке понятно, в аптеку приходят те, кто болеет. Вот, чтобы меньше вот этих колес употреблять, я решил, чем еще лечиться? Йогой, да? И профилактика хорошая, и гимнастика хорошая. Давайте начнем занятия. С тишины традиционно садимся. Садимся, слушаем. В любую удобную позу. Ягодички отодвигаем. Слушаем свое тело, слушаем пространство. Можно поразглядывать пространство. Смотрим на него. Окна, двери. Стены, потолок, какие-то объекты, все посмотрели, считали. Хорошо. Почувствуйте пространство тела, вот какие сейчас ощущения, что я сейчас чувствую, вот какие ощущения, как я себя сейчас чувствую. Эмоциональное пространство, то есть наши эмоции, какая сейчас, может, что можно считать в виде эмоций. И понаблюдайте за умом, насколько активны, ну, процессы мыслеформирования, насколько они, ну, где я сейчас нахожусь. Относитесь вот к этим, то, что у нас проносится в виде мыслей, мы же
ну, привыкли отождествляться с этим, сразу же думать, вовлекаться. Попробуйте это вот как облака. Облака, которые пролетают, мысль пришла, длилась, ушла, мысль пришла, длилась, ушла. Мы ее наблюдаем, и они начинают затихать. Ум начинает затихать. И феномены, так называемые, понаблюдайте. Феномены ума, феномены нашего, ну, феномены нашего сознания. Это взаимосвязь мысли, вот мысль, чувство, эмоция, тело. Тело, эмоция, мысль. Вот эти вот связи. Мы сейчас начнем что-то с телом делать, и появятся новые данные из тела. Что-то будет расправляться, что-то сжиматься и что-то выжиматься из тела, и, возможно, появятся какие-то новые мыслеформы. Ну, это мы все на ретритах делаем. Давайте ляжем на спинку и встряхнем ноги, руки. Встряхиваем ноги, руки. Нам нужно сейчас небольшую разминку сделать. Трясем еще, трясем сильнее. Почувствуйте, как мышцы начинают разогреваться. Делаем глубокий вдох, длинный выдох. Хорошо. Вытянулись, легли, вытянулись, хорошо, сели, встаем, встаем и стоя тоже, прямо хорошую сильную тряску задаем. Задаем тряску хорошую, можно с одной ноги на другую. Добейтесь встряхивания мышц лица, кожи лица. Давайте попрыгаем. Руки перед собой вот так потрясем. И ноги отпружинивают. Хорошо. Остановились. Круговые скручивающие движения. Пустые рукава из таза. Пустые рукава. Хорошо. По ягодичкам постучали. Ягодицы. Хорошо. Таз покрутили. В одну сторону, в другую сторону. И сейчас нужно вот то, что я видео высылал, запись. Уджая яма, включаем дыхательную систему и начинаем комплекс. Дыхание уджая, звук О или СО на вдохе, звук А или ХАМ на выдохе. Руки через стороны, на носочках потянули вдох. Дыхание уджая, выдох. Вдох. Сопротивление в горле на входящем и выходящем воздухе мы создаем для того, чтобы тренировать, ну, в том числе тренировать дыхательные мышцы. Вдох,
Это тренировка гири, гантеля для дыхательных мышц, выдох, дыхание уджайи. Руки вперед, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вперед в сторону, вдох. Раскрылись. Выдох. Раскрываемся, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И боковые каналы. Локоть вверх, вдох. Выдох. Боковые линии, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Руку вверх и в сторону, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Еще раз потряслись. Давайте пяточками постучим. Стучим пяточками сейчас. Минутку. Наша задача, чтобы пошла кровь, лимфа, все двигалось в теле, чтобы беспрепятственно вот эти по каналам шло все по энергетическим. Давайте ложимся. Исходное положение каждого сета у нас будет вот такое. Вот. На вдохе вытягиваем. Вот. Лимфа пошла, сразу движение в теле, выделение. Извиняюсь. Давайте. На вдохе, руки вперед. Вдох. Руки под плечи, выдох. Приподнимаемся. Вдох, такой мягкой кобре. Выдох. Руки вперед, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Наблюдаем за изменениями в ощущениях. Третий раз. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Четыре. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Пять. Вдох. Вытянулись. Выдох под плечи. Приподнимаемся. Вдох. Делаем фиксацию. Выдох. Шесть. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Семь. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Восемь. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И девять. Вдох. Выдох. Вдох.
Вы легли. Руки вдоль туловища, голова в сторону. Вдох-выдох. Наблюдаем. Голова в другую сторону. Второй сет. Начинаем также с положения лежа. Руки под плечи. Руки вперед. Вдох. На выдохе приподнимаемся. Выдох. На коленочку. Прогибаемся. Подбородок и грудная клетка стремятся в пол. Вдох. Хорошо. Выдох. Встаем. Наклон. Вдох. Живот обязательно на, давайте на бедрышки, чтобы у нас поясничка была цела. Выдох. Сгибаем колени в стороны, ладошки назад, голова к пальцам ног. Вдох. Пробуем выдох, так, как получается. Хорошо. Дальше переход в бакасану. Вдох. Пробуем или делаем, да? Ну, у кого попытки, выдох. У кого бакасана, то согнули локоточки. Хорошо. Легли. Вдох, выдох. И таких... Вот таких вот надо сделать 6 раз. 6 раз. Первый раз сделали. Поехали. Вдох. Сейчас все получится. Выдох. Прогнули. Вдох. Выдох. Переходы вот такие простые достаточно. Между асанами. Наклонились. Пальцы... Ну, куда получается, вот можно назад, вдох, выдох, садимся, локти, колени в стороны, вдох, голова вниз, выдох, переходим в бакасану, вдох, пробуем, сгибаем локти, выдох, ложимся, вдох. Выдох. Вытягиваем вперед руки. Вдох. Выдох. Третий раз. Прогиб. Вдох. Выдох. Встаем. Наклон. Вдох. Выдох. Сгибаем колени. Вдох. Голова к пальцам ног стремится. Выдох. Бакасана. Вдох. Сгибаем локти. Выдох. Ложимся. Вдох. Выдох. Четвертый раз. Вдох. Выдох. Коленочки на полу. Грудная клетка, подбородок. Вдох. Выдох. Наклон. Вдох. Садимся, колени в стороны. Выдох. Голова. Пальцем ног. Вдох. Бакасана. Локти сгибаем, выдох. Хорошо. Ложимся, вдох. Выдох. Пятый раз. Вдох.
Увы, да. Враги. Буду. Выдох. Наклон. Вдох. Выдох. Сели. Вдох. Выдох. Покасание. Вдох. Локти согнули. Выдох. Хорошо. Вдох. И еще раз. Выдох. Руки вперед. Вдох. Вытянули. Выдох. Вдох. Выдох. Наклон. Вдох. Выдох. Сели, вдох. Колени в стороны, локти под коленями, руки под коленями. Выдох. В бакасану перешли, вдох. Выдох. Хорошо. Вдох, выдох. Голову в сторону. Кто позже подключился, еще раз говорю, делаем то, что и как можем. Пропускаем сложные моменты. Ну, пробуем, возможно, тело у кого-то уже будет готово что-то сделать. Закрою окно. Поддувает Леша. Так. Третий сет нам нужно сделать 3 подхода, 3 повторения. Он тоже достаточно простой. Ну, простой для тех, кто занимается. Кто начинает, только пробуем и выхватываем то, что можем сделать. Там с дыханием, с этими переходами. Поехали. Руки вытянули вперед. Да? Все время начинаем лежа. Выдох, ладошки под плечи и поза ребенка, дарника асана, легли, вдох, ладошки вместе, выдох, хорошо, приподнимаемся, вдох, в уштрасану, руки на пятках, вдох, выдох. Садимся. Садимся. Ну, варджасану, да? Повернулись в одну сторону, вдох. Выдох. Повернулись обратно. Легли. Вдох. Поза ребенка. Ладошки вместе, выдох. Вдох. Поза верблюда. Выдох. Сели. Развернули в другую сторону. Вдох. Встали. Выдох. За лодыжки себя взяли. Вдох. Наклон вытянутый. Легли. Выдох. Взяли себя за подъемный стоп, поднялись вверх. Вдох. Выдох. И еще одна бакасана. Встаем. Вдох. В бакасану. И выпрямляем руки. Выдох. Вдох. Ложимся. Выдох. Кто занимается, в принципе, доступно. Вдох. Руки вперед. Выдох. Ладони под плечи.
Вдох. Поза ребенка, ладошки вместе, выдох. Вдох. Поднимаемся. Руки на пятках, выдох. Вдох, толкнули таз вперед. Прогиб. Выдох. Развернулись в сторону, вдох. Сели на пяточки. Легли. Выдох. Ладошки вместе, вдох. Поднимаемся. Выдох. Поза верблюда, вдох. Выдох. Развернули в сторону, вдох. Хорошо. Наклон. Выдох. За лодыжки сели. Вдох. Легли. Выдох. Захватили подъемный стоп. Прогнули, вдох. Выдох. Бакасана, вдох. Выдох. Вытянули, выпрямили ручки, вдох. Хорошо. Легли. Выдох. И третий раз. Три повторения. С это. Руки вперед вытянули, вдох. Стараемся идти в потоке, выдох. Легли в позу ребенка, вдох. Ладошки вместе, выдох. Поднимаемся в позу верблюда, вдох. Выдох. Сели. Вдох. Развернулись. Выдох. Легли. Вдох. Выдох. Ладошки вместе. Вдох. Поза верблюда. Выдох. Вдох. Выдох. Развернулись, вдох. Выдох. Встали. Наклон, вдох. Выдох. Легли. Прогиб. Вдох. Выдох. Бакасана. Вдох. Выдох. Выпрямили руки, вдох. И легли. Выдох. Голову в сторону, руки вдоль тела. Отдыхаем на животе. Голову в другую сторону. Хорошо. Ну, три сета осилили. В принципе, такого не вижу больших проблем. Если есть возможность вот в бакасане, в наклоны делать. Если нет, то пробуем. Попытка. Попытка. Зачет. Так, дальше. Сейчас я посмотрю, что дальше. Попробуем, давайте. Один раз делается. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать.
Один раз, но 19 асан. Нормально? Поехали. Вытянулись. Вдох. Выдох. Встаем. Ноги ширина таза. Ладони под стопы. Вдох. Выдох. Хорошо. Садимся. И такой на коленочках неполная майурасана. Ой, не майурасана, а матьясана, да? Вот так на повисли вот так. Вдох. Выдох. А теперь пробуем поясничку в пол положить. И ноги, руки вверх. Вдох. Выдох. Вытаскиваем ноги. Вытаскиваем ноги. Ноги вверх. Ноги вверх. Вдох. Руки за головой. И ноги за голову. Выдох. Поза плуга. Вдох. Выдох. Ставим стопы возле таза. Беремся за лодыжки. И пробуем макушкой упереться в пол. Макушкой в пол. Вот она, матьясана в таком виде. Вдох. Выдох. Теперь ноги бабочкой. То же самое, только бабочкой. Вдох. Выдох. Хорошо, приподнимаемся. Не приподнимаемся. Бакасана. Вдох. Выдох. Ложимся. Вдох. И обе ножки нам нужно захватить за носочки ног. Выдох. Опускаем обе ножки вниз. Вдох. Или по отдельности по одной. Выдох. Встаем в пирамиду. Вдох. Опускаемся. Наклон. Выдох. Хорошо. Давайте здесь еще. Вдох. Выдох. Хорошо. Теперь ложимся на живот. Вот такую делаем позу. Берем себя за подъемный стоп и извиняюсь, колени вот так и себя за ножки. Вдох. Выдох. Если это не получается, то вот так. Вдох. Берем себя за пальцы ног. Выдох. Потянули за пальчики ног. Вдох. Хорошо. Выдох. Бабочка под хиканасана. Садимся. Вдох. Ну, соответственно, руки могут быть сзади или на пальцах ног. Выдох. Наклон. Вдох. Выдох. Наклон с разведенными ногами. Вдох. Опускаемся вниз. Выдох. Вдох. Выдох. Полумостик встаем. Мостик на плечах, вернее. Вдох. Выдох. Прогнули, вдох.
Вы, да? И, или повторяем этот же, или полное делаем вариант. Четырнадцатый вдох. Выдох. Опускаемся вниз. Вдох. Выдох. Так. Потянулись ножки пальчиками ног вперед, руками вверх. Вдох. Выдох. Хорошо. Перешли. Теперь у нас железный мост. Смотрите, железный мост. Железный мост. Вот такой выход. Таз приподнимаем. Лопатки и кулаки в пол. Ноги выпрямляем. Носочки вытянули. Вдох. Выдох. Хорошо. Стопы на место. Сели. Ой, вернее, положили таз. Сели. И под Чимотанасана. Значит, Чима. Утана асана. 18 дыханий. Дышим. Вдох. Животик укладываем на бедра. Выдох. Один. Два вдох. Выдох. Три вдох. Выдох. Четыре вдох. Выдох. Пять вдох. Выдох. Шесть вдох. Выдох. Семь вдох. Выдох. Восемь вдох. Выдох. Девять вдох. Выдох. Десять вдох. Выдох. Одиннадцать вдох. Выдох. 12 вдох. Выдох. 13 вдох. Чувствуем живот на бедрах. Сгибаем ноги, если нужно. Выдох. 14 вдох. Выдох. 15 вдох. Выдох. 16 вдох. Выдох. И еще один вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Поднимаемся. Ложимся на спину. Несколько глубоких вдохов, выдохов. Хорошо, сгибаем ноги, берем себя за коленочки, покачиваемся. Вперед, назад. Покачайтесь.
садимся. И завершаем так же, как начинали. Наблюдаем за ощущениями тела. Задайте вопрос, как я себя сейчас чувствую. Как вы себя сейчас чувствуете? Понаблюдайте за ощущениями, за чувствами, эмоциями. За движениями ума. Различные конструкции. Мысль, эмоция, тело, тело, эмоции, мысль. Можно добавить улыбку. Оцените свое состояние, в общем. Ну, с комплексом мы все. Я думаю, что на этом занятии можно закончить. Напишите, пожалуйста, обратную связь, насколько это сложно, насколько это вообще реально сделать, если мы это завтра еще сделаем. Или что-то попроще. Вот дайте обратную связь. Ну и вообще, какова реакция? Если эффект, такой ощутимый, осязаемый эффект, все, до завтра тогда. Да, ручку мне поднимите, кто выжил-то. Кто еще не отключился. Спасибо. Кто еще кофе не пьет. То я знаю, как онлайн-занятия проводятся. Проходятся. Вот я на онлайн-занятия. Включили и пошли. Там чаи гонять, да? Ну, такое тоже нормально. Ладно, все, пока.